это старая. Ей 12 лет, как я сейчас выяснила. Она подписана сзади, впереди не подписана. Вот она. 2008 года. И на ней, ну, это такая, здесь я разные техники пробовала. И вот здесь как раз самодельная шпахтельмасса внизу. Вот это бирюзовый цвет, зеленый, светло-зеленый. Это она. Причем здесь вот это зеленое, это вообще пигмент сверху насыпан на эту шпахтельмассу. Вот. И видно, что там, где пигмент, там чуть-чуть другая структура ее. А там, где вот саму шпахтельмассу, вот она, там нет никаких абсолютно трещин, ничего. Это все на холсте держится. Вот это черное, это кристаллический такой кварцевый черный песок. А сверху все написано маслом. Вот оно все, где блестит, где не блестит. Шпахтельмасса это, ну, масса, структурная паста, она матовая. Она сделана из ротбанд, смешанного с акриловой, очень густой эмульсией. Ротбанд это вид такой, даже не шпаклевки, а скорее, может, шпаклевка. Это грубая довольно текстура. Но вроде это не штукатурка. Ну, короче, для отделочных работ в большом мешке продается. И акриловая эмульсия густая такая была. Копорол фирма называется. И прекрасно все держится. Прекрасно масло чувствует себя на этом всем. Вот это все, что цветом, это маслом написано. Несколько слоев. И все очень хорошо, все пластичное, ничего не отлетает, не трескается. Так что можно, конечно, самому делать шпахтельмассу, если нужна вот такая очень грубая структура, но дело в том, что технически и по цене, если посмотреть, то имеет смысл самому делать шпахтельмассу только для каких-то особых технических целей, потому что на этом не сэкономишь. Она акриловая эмульсия очень дорогая, хорошего качества, поэтому цена получается почти такая же, как у структурных гелей специального для живописи сделанных. А они бывают разные, их можно разных для разных целей. Некоторые можно носить толстым слоем, некоторые нельзя. Ну, то есть об этом можно поговорить отдельно. Все, спасибо, пока-пока.